Всем привет, друзья, с вами Бомбокс. Сегодня мы будем играть в игру под названием Don't Starve. Так, нам нужно срочно сейчас... Я тут хотел кое-что сделать, Я, наверное, цель на эту серию назначу, это сделать хотя бы... Построить небольшую ограду рядом с нашим домом. Ой, не так. Кнопка. Вот так. Ставим. Вот так ставим. У нас пока есть с собой немножко. Жрать. И найти немного еды. На эту серию я, наверное, поставлю таких два. Найти, во-первых, немного еды надо. Потому что... Скоро уже будет у нас есть. У нас теперь есть. Так. На эту серию я хочу построить уже. У меня есть планы построить. Тут хочу какую-нибудь небольшую базу. Достроить нашу вот эту вот базу. Сделать ее больше. О, блин, боже. Половить надо пару кроликов, чтобы хотя бы себе сделать мясо немного. Ну иди, ну пожалуйста. А вот конструкцию мне могу себе сделать. Да. Могу себе еще что сделать. На самом деле. Сейчас вот эту ночь мы тут пробудем. Сейчас сделаю себе факел. Факел на всякие пожарные. Пишет. Но попозже. Снова жрать нечего. Я чувствую, что мы сейчас сдохнем. Либо мы сейчас находим еду любую. Мне нужна срочно еда. Срочно хоть что-то, хоть кусок любой еды. Еды. Пожалуйста, еды. Ай, твою мать. А, стоп! Да, мы же... У нас же еще этот, блин. Фу! Я же вспомнил, что мы еще вот этот находили. Да. Слава богу, что мы нашли портал возрождения. Ну, так я его называю, по крайней мере. Вот там мой язычок, надо его забрать. Ой, капец. Сейчас, я уже думал, мы сейчас закончим на этом. Но, 9-й день еще. Мы еще вытерпим, надо... Надо в этой серии найти, пойти найти больше еды. Больше еды нужно, вот скорее, больше еды. У меня еще один факел есть? Не надо. Надо найти больше еды, чтобы хотя бы хоть что-то делать. Нам нужны кролики. Нам нужно хоть что-то. Еле-еле. Я уже думал, что мы все уже. Цикл закончится по... Ну, вернее, не закончится цикл, а закончится первая жизнь. Но мы уже, как вы видите, долго живем. Да, это отлично. Надеюсь, в этой серии мы не умрем. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, и теперь давайте найдем... Так, надо найти... Тут пчела. Так. Вот морковка. Будем ловить кроликов, потому что кролики нам нужны очень сильно. Кролики нужны, они пригодятся. Можем уже еще или кто-то еще будет делать. Но смысла нет. Так, ну в принципе нормально. Мы уже отлично прожили несколько дней. Надо в этой серии, но мы должны вот сейчас. Наверное, мой главный приоритет найти еды, потому что с едой у нас в скором времени будут проблемы.
А я не хочу проблем с едой. Мне там кто-то пишет, написал в скайп, потом посмотрю. Так, бежим, 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 бежим. Так. Идем, идем, идем. Так. Мы в этом. В болоте. Не, лучше домой уйти. Сейчас я думаю, нам лучше домой уйти. Смысла нет. Потому что сейчас забегать далеко не надо нам. У нас еще несколько есть немножко времени, чтобы пойти и добыть немножко камня. Ого. О, тихо, тихо. Тихо, парни, тихо. Мать его, тентакли. А! Нет! 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 Пожалуйста, нет! Вход в пещеру. В пещеру потом пойдем. Нам нужен фонарик. Для того, чтобы пойти в пещеру, нам нужен фонарик. Фонарик. Так, домой, домой, домой. Живей, живей, живей. Нам нужно поскорее домой. Так. О. У нас совершенно не... У нас огроменные проблемы. Вернее, у меня проблемы. С едой нам нужно хоть что-то сделать. Так. Так, материал. Можно веревку делать. А у нас есть. Можно сказать, жезл поиска. Мы жезл поиска не сделаем. Подожди, метр. Порох. Тухое яйцо. Громоотвод. Громоотвод нам пригодится, потому что вскоре нам пригодится громоотвод. Так надо, надо немножко, надо знать, чем бы нам костер разжигать. Сейчас разожгу костер деревяшкой. Надо пожрать, обязательно сейчас. Надо пожрать. Да. Немножко устанавливаемся перед тем там, потому что нам нужно запастись едой. Сейчас я две жареные ягодки съем, и мне там хватит. О! Нет, не две. Мне там все полностью съесть. Все, у нас больше нет. Это ужасы. У меня в сундуке. В сундуке у меня две травы. И лопата есть. Конечно. Шляпа. Да, шляпа нужна. Нет, хотя скоро нам нужно. Может быть, нам скоро должно быть. Должны будут наушники. Нам нужно будет наушники скоро. Там нужно ждать того. Так. Я чувствую, на это задание, на эту серию мы уже такое, в принципе, небольшое сделаем. Делали. Да мне пишут все. Также меня человечек мне один пишет, засранский человечек. Это что, набор для шитья? А, это ж, типа, шитьё. Ещё низу. А-а-а! Вот конструкция. Даже из травы сделаем. Немножко стен. Нам нужна хотя бы какая-то оборона. Потому что вскоре придут гончие и просто... Только взят будет. Плюс такого места нам хватит. Огроменный. У нас есть каменные стены. Во-первых, у нас есть каменные стены. Во-вторых, у нас есть
стены из травы, но стены из травы это не сильно плохо. Это не сильно хорошо. Отлично, что думаю, смогу очень туда. Думаю, сойдет. Ладно, надо подождать. Надо сделать хоть стены, огородить небольшую территорию. Мне все не хочу, не могу. Сейчас. Друзья, поставлю запись, чтобы там, там пишут. Сейчас поставлю, не беспокоить. Ладно. Так, все, дорогие друзья, там разобрался. Здесь мне никто не будет тут снова писать. Так. Просто научиться интернет еще. На следующий день могут прийти гончие. Это я очень сильно боюсь. Так, ну, надо каменные блоки. Веревка. А надо... Надо сделать копье, я вспомнил. Копье на самооборону нам нужно. Еда. Еда. Главное. Ягоды. Сейчас сделаем мы копье. Это будет отлично. Потому что копье нам... А, нужно два. Все, идем. Или может быть не... Может быть, там не придут гонщики-то. Они с определенным шансом приходят, наверное. Но если они придут, то нам нечего. Нам... У нас есть чем. У нас есть хоть что-то, чтобы... У нас есть защита, хоть небольшая, но есть защита, чтобы от них защититься. Так что гонщики не придут, они просто и забьют нас полностью. Но у нас есть факела, факела против гонщиков отлично срабатывают. Гонщики будут просто умирать из-за того, что... Из-за того, что у них... Из-за того, что они подожглись. Так, мы можем, кстати, сделать копье. Я уже забылся, что надо сделать домашнее копье, потому что копье может тоже помочь против... Опа, нет. Нет. Пошла в задницу, пошла, попень. Попень иди, просто иди в задницу. Птица тупая. Тупая птица. Заберем у нее яичко. Обязательно заберем у нее яичко. Потому что это мой обед. И убьем ее. Потому что сделаем обязательно сейчас. Ее приведем к дому, сделаем копье и убьем ее. Дома игроков. Потому что так мы ее не убьем, конечно, но. Попытаться. Если я умру от ее, то это будет фейл просто одновременно. По мультиплеере же можно усилить, сделать еще один огонь. Ладно, идем. Так, надо. Все, доломали дырку. Сделаю еще одну. А нет, не буду. Так, они. Ой, гром. Так, яичко. Яйцо этой игры. Я так и знал, что не надо было брать это яйцо ссаное. Потому что оно убьет просто. Я не думал, что оно сразу меня убьет, но ладно. В принципе, на этом нам хватит. Это видео я, наверное, закончу. В следующей серии мы продолжим уже за нового персонажа. В следующей серии мы будем уже играть за поджигательницу, потом мы будем играть за... Если мы умрем очень быстро,
будем играть за силача, ну, силач он такой. И будем играть за Венди. Уиллоу там. За Уилсона мы тогда играли. Сейчас играем за Уиллоу. Сейчас будем играть за Уиллов, потом за Волфганга. И потом за Венди. Потом там уже робот откроется, там училка, там лесоруб. Тебя я не знаю, это. Вот это вот точно робот, вот это училка, вот это лесоруб, вот это мальчик какой-то, по-моему, и еще я не знаю, кто это. Ладно. У нас даже тут огроменный морг. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. С вами был Бумбокс. До свидания.